Так, все, давайте на склад. Шановні депутати, запрошені до складу Южинської міської ради обрано 36 депутатів. На сесії присутні 27. 27. Я думаю, що ще хтось підійде. Інші відсутні по різним причинам. Так? Кворум для роботи сесії 19 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 37-е засідання сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 27. Одноголосно рішення прийнято. Засідання сесії Южинської міської ради оголошую відкрите. Шановні депутати, на сесію Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представників засобів масової інформації міста. Так, щодо порядку денного, надійшла пропозиція зняти з порядку денного питання 34-те про затвердження від коригованої комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах проспекту Григорського десанта міста Южного Одеської області. Погоджуємо, да? Так. Дальше. Є два додаткові питання про надання. У вас є на руках, так? Не читав. Таким чином, є пропозиція щодо порядку денного. Є пропозиція затвердити порядок денний з одним питанням 34 вилучення і з двома додатковими питаннями. Нема заперечень? Хто за, прошу. 26 за. Проти. Утрималися. Рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Про секретаря 37-ї сесії Южинської міської ради 6-го скликання. Згідно вам проєкту, подано вами проєкту рішення Макогонівка Тетяна Івановна, керівник секретаріату, Степанець Віталія Петрівна, відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Прийнято. Хто сидить біля Тетяни Івановни, поважно. Більше говорить. Так, наступне питання. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення Южинської міської ради від 19.12.2013 року про затвердження засобів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южного 2014 року. Будуть питання, будемо заспокоювати, затверджувати? Затверджувати? Ні. На комісії відпрацювали? Відпрацювали. Хто здав пропозицію, прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до програми розвитку освіти міста Южного на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 19.12.2013 року. Не було зауважень. Приймаємо? Прошу голосувати. На виконкомі ми його так заслуховуємо. 25 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Южного на період 2013-2017 роки, затвердженою рішенням Южинської міської ради від 14.12.12 року. Тут які є пропозиції? Відпрацьовано, не було зауважень. Затверджуємо? Так. Хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утрималися. Прийнято. Слідуче питання. Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста Южного 2013 рік. Давайте 5 числів. Люди знали, депутати знали. Я якщо потрібно. Давайте ми затвердимо 13-й, він вже прийшов, а 2014-й ми заслухаємо початку виконання стратегічного плану. Там да. Нема заперечень? Хто завтра це розвиває? Проти. Утримались. Прийнято. Тепер питання про виконання стратегічного плану економічного розвитку міста Южного до 2015 року за підсумками роботи 2007-2013 років. Це можна, так би мовити, п'яте і шосте питання, об'єднати в одне і
вашим присутствующим. В 2007 году, 26 апреля, то есть 7 лет назад, в этом же зале был принят стратегический план экономического развития города. Принят он был до 2015 года. В сотрудничестве с проектом «Экономическое развитие городов» по программе ЮСЕИДа, экспертным комитетом по экономическому развитию, состав которого входили руководители предприятий города, физические лица, предприниматели, представители депутатского корпуса, специалисты исполнительного комитета. На сегодня управление экономики под руководством заместителя городского головы Паскали Людмилы Владимировны представляет отчет, что же из того, что было намечено экспертным комитетом на ближайшие 8 лет, удалось выполнить по 13 год включительно. Итак, основными задачами, которые были поставлены на тот период, было три. Первое – развитие малого и среднего предпринимательства. Второе – привлечение инвестиций в город. И третье – развитие коммунальной и социальной инфраструктуры. Что же удалось сделать в сфере развития малого и среднего предпринимательства? Мировой опыт и практика показывает, что необходимо было распространение информации через официальный сайт города. Выполнено. На официальном сайте города создана страничка «Предпринимателю к сведению», «Актуально», раздел «Административные услуги», также реестр мест регуляторных актов на странице сайта «Регуляторная политика». Проведена инвентаризация объектов коммунальной формы собственности. Результаты инвентаризации утверждены решением исполкома еще в 2008 году, и теперь периодически база как бы подтверждается. В октябре 2013 года создан Центр предоставления административных услуг, в котором работает государственный администратор, администраторы предоставления услуг органов местного самоуправления, представители регистрационной службы Южненского городского управления юстиции и сотрудничество с миграционной службой. С целью привлечения предпринимательской деятельности населения Южненским центром занятости проводятся семинары «От бизнес-идеи до собственного дела». Участие принимает порядка 100-200 человек, отправляются на обучение в город Одессу по вопросам предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса. Что касается создания и развития организационной структуры поддержки малого и среднего бизнеса, то в 2008 году был создан Координационный совет по развитию предпринимательства. Следом за ним была создана Межгалузева рада предприемцев, то есть выконавчие органы, разом уже с громадскостью або представителями предпринимательства города, начали и продолжают совместную работу. В основном это касается системы налогообложения, утверждения ставок единого фиксированного налога, изменений законодательных актов, в частности, по аренде имущества, и также по консультации по занятиям бизнеса. Второе направление – создание инвестиционного продукта, формирование маркетинговых и рекламных материалов о городе. Был создан инвестиционный портрет города, которого не было ранее. В 2008 году он был создан, утвержден решением, и работа продолжена. Что же сделано по нему? Создана комиссия по стратегическому инвестиционному развитию города, создана база данных по земельных участках для ведения бизнеса для инвестиционных предложений. Также подготовлен инвестиционный фильм о городе, подготовлены презентационные буклеты, компакт-диски об инвестиционных возможностях городов. На сайте города Южного размещена полная информация о нашем городе, кто мы, что собой представляем и как есть. Какие
самые основные проекты, выполненные за предшествующие 7 лет на территории нашего городского совета. Ну, самым основным проектом это инвестиционный проект, который реализуется в промышленности на предприятии «Дельта Юмор СНГ» с участием иностранного капитала, точнее, да, иностранный капитал. За период своей работы предприятие «Дельта Юмор СНГ» освоило инвестиции на 260 миллионов долларов. Создано за этот период 340 новых рабочих мест. И на сегодня на предприятии работает 564 человека. Одесский припортовый завод выполняет инвестиционные проекты за счет своих капиталовложений путем внедрения энергосберегающих технологий, а также совершенствования производственных процессов. В порту на государственном предприятии «Морской торговый порт Южный» завершено программу пополнения портового флота. На сегодняшний день хотелось бы отметить, что три мощных буксира, названных именем Геннадия Савельева, Евгения Яковцева и Владимира Иванова, оснащены высокоэффективным оборудованием, которое отвечает мировым стандартам, бортовыми компьютерами оснащены также и радионавигационными приборами от ведущих мировых производителей. Что касается нашей торговой сети, за 7 лет введено 5 крупных торговых объектов. Это торговый центр «Плаза», создано 120 рабочих мест, супермаркет «Копейка» в этом же центре «Плаза», 54 рабочих места, супермаркет «Фабстрот», 21 рабочее место, супермаркет «АТБ», 45 рабочих мест и супермаркет строительно-хозяйственных товаров, около 70 рабочих мест. Для реализации третьего направления, а именно по развитию коммунальной и социальной инфраструктуры, что мы имеем? Самое основное, приступили к реализации программы «Доступное жилье». Завершается строительство первого жилого дома во втором микрорайоне. Созданы условия для рынка услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Из 58 жилых домов в 2006 году было направление координаторов проекта стратегического развития города было на то, что необходимо как можно более создавать ОСМГ. Так вот, в 2006 году их было 3 всего, на сегодняшний год 8 таких домов мы имеем. На внедрение энергосберегающих технологий профинансировано 3,5 миллиона гривен из городского бюджета и 1,5 миллиона из областного. Построена городская и функционирует успешно городская больница на 121 койко место. Повышение качества образования и культуры города во всех ее звеньях. Что же было поставлено и что достигнуто? Строительство во втором микрорайоне целью было дошкольного учебного заведения. Обеспечение доступности дошкольного образования осуществлялось путем расширения за счет реконструкции младшей школы имени Черновола. В 2013 году только из городского бюджета на выполнение работ по реконструкции было направлено более 1,5 миллионов. Строительство во втором микрорайоне общеобразовательной школы осуществляется сегодня путем включения в программу развития инфраструктуры города Южного изготовления проектно-сметной документации. Программа утверждена была 20 февраля 2014 года. Строительство дома творчества детей и юношества, то в программе образования находится на 2013-2017 годы. Также утверждено решением сессии городского совета еще в 2012 году. Завершена реконструкция клуба юных техников «Черноморец». Проведение капитальных ремонтов в спорте.
спортивных сооружений или создание новых спортивных сооружений. За счет средств местного бюджета профинансировано более 4,5 миллионов гривен. Открыть стадион при третьей школе, спортивная площадка на территории школы номер 4 и также спортивная площадка для скейтбордов на территории школы номер 3. В июне 2011 года в городе заработал городской маршрут общего пользования в обычном режиме. Итак, если подвести кратко итоги, что же мы достигли за 2007-2013 год включительно? Объемы реализованной продукции за последние 7 лет выросли с 2 миллиардов гривен до 6 миллиардов гривен. В 2,5 раза на душу населения. Росла численность города, увеличивались объемы реализации продукции, таким образом рост идет. Среднемесячная заработная плата была 2038 гривен. На сегодня, на 1 апреля, она составляет 5 тысяч гривен, 5981. Доходы в городской бюджет за этот период выросли на 73% и составляют порядка 180 миллионов гривен. Прямые иностранные инвестиции в наш город составили 90 миллионов гривен и выросли в 6,5 раза. Количество субъектов предпринимательской деятельности увеличилось на 954 единицы. Общая численность жителей города Южного увеличилась на 5569 жителей или на 21%, в том числе за счет прироста, естественного прироста на 676 и миграционного на 5127 человек. Численность населения Одесской области только за период 2010 года уменьшилась на 2500 жителей. Как бы мы идем все время с положительным миграционным и естественным приростом. Численность занятого населения также увеличилась почти на 1000 человек. Самым основным, который увеличил количество рабочих мест, 565 вообще, в том числе на предприятиях города 39% и остальные самозанятость. В общем, хочется отметить, что на сегодня город Южный поставил перед собой еще задачу следующего плана, что мы должны быть городом, мощный промышленно-транспортный узел юга Украины с высоким потенциалом развивать современное высокотехнологическое и экобезопасное производство. Я хочу сказать, что целей у нас несколько. Это достигнуть 50% объема производства промышленной продукции по Одесской области. На сегодня мы варьируем от 23,5 до 30%. Объем груза, переработа, грузооборота морским торговым портом также составляет от объема всех портов Украины порядка 27-29%. Ну и, конечно же, наша основная задача – это увеличить население нашего города. Хорошо, спасибо. Есть вопросы? Я сейчас дам небольшой комментарий. Да, пожалуйста. А вы назвали относительные величины по населению. Абсолютно величина населения какая? Сегодня цифра населения. 32 021 житель. 32 021 житель. Хорошо, тогда представьте. Вот те цифры, которые там сегодня звучали, и те планы, которые есть, вы знаете, сделать снос, потому что это все можно решать при благоприятной ситуации в стране. Мы не живем в каком-то отдельном государстве, в отдельно взятом государстве, или в каком-то замкнутом пространстве. Мы тесно взаимосвязаны с всеми теми событиями, которые происходят в стране. Теперь то, что сказала Антина Павловна, я не буду говорить о цифрах, я просто
сделать такие пометки. Вот особенно вопрос меня интересует всегда инвестиции. Смотрите, сегодня инвестиции пришли на припортовый завод. Там каждый год совершенствуются новые технологии и вкладываются немалые деньги в совершенствование технологий и развитие завода. В противном случае завод не был бы таким конкурентоспособным, как он сегодня есть в масштабах Украины и в масштабах, я думаю, на уровне Европы и мира. Порт. Порт сегодня вкладывает огромные деньги, инвестиционные деньги до углубления. Сегодня ставится задача, что это будет самый глубоководный порт на Черном море, не в Украине, на Черном море. И по объемам производства, по тем планам, которые сегодня есть в кабинете министра, по развитию этого пригодовского лимана, это должен быть самый большой порт в Украине. Дальше. Дельта Вильмар. Дельта Вильмар, были сказаны цифры, это строится, как вы знаете, один завод, второй завод и в планах строительства третьего завода. Это тоже, я считаю, что это самый большой, один из самых больших инвестиций, иностранных инвестиций в Украине. Матина Павловна сказала, за то время, в котором мы говорим, с 7 по 13 год, была закуплена новая линия на стеклозаводе, итальянская линия. И сегодня завод по производству стекла, безусловно, у них есть проблемы по цене газа, из-за цены газа, как у всех нас, но завод работает. И объемы производства значительно выросли. Мебельная фабрика, за это время тоже были закуплены новые технологические линии, немецкие линии. Есть определенные проблемы, но это были инвестиции. И считаю, что немаловажные инвестиции – это строительство жилья. Город сегодня второй микрорайон застраивается. Дай Бог здоровья Шталю. И мы должны ему всячески способствовать, чтобы это наша южинская фирма, нормальная фирма, которая строится, и мы должны с вами делать все возможное, чтобы они строились и продолжали строительство в нашем городе. Поэтому это, я сказал, все те инвестиции, которые вне бюджетные, там не вкладаны ни одной копейки бюджетных денег. Поэтому и перспективу нашего развития города мы так должны и строить, чтобы как можно больше привлекать денег в строительство и промышленного, и малого и среднего бизнеса, и жилья, и так дальше. Все, кто приходит к нам с деньгами что-то строить, мы должны говорить, что мы принимаем инвестиции 24 часа в сутки, 12 месяцев в году и 366 дней. Так, голосуем? Кто за данный проект решения, прошу голосовать. 27. Кто против? Кто утримался? Время. Про надання згоди на встановлення партнерських відносин та співпрацю між містом Южним та Кьормен Угорщина. Нема заперечень? Хто за? Я хочу сказати, що це вони до нас вийшли з ініціативою, а не ми до них. 25 за. Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Про внесення доповнень до рішення Южинської міської ради від 19.12.13 року про затвердження плану діяльності Южинської міської ради щодо того проєктів регуляторних актів на 2014 рік. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Прийнято. Про надання дозволу КП «Южтеплокомуненерго» на продаж лома «Сталевого». Нема питання? Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утрималися. Прийнято. Про надання згоди комунальному закладу «Южинська міська лікарня» на списання основних засобів. Нема зауважень. Комісія соціальна розглядала? Так. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Проти? Утрималися. Прийнято. Про надання дозволу на проведення приватизованої квартири кімнат гуртожитку, розташованої по вулиці Тіміхова 1-3 міста Южно-Одеської області. Питання. Ми вчили. Це? Ні, все, там уточнили по закону, там хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утримались.
про надання згоди на прийняття до комунальної власності Ювінської міської територіальної громади основних засобів бази вітрильного спорту. Це приймання. Нема заперечень? То завтра голосування. Одну просьбу можна висвітлювати? Ми не возражаємо абсолютно проти того, що вона передана, але в перспективі, щоб вона не була передана в другі руки. Якщо що, ми готові розглядати вопрос, як школа Олімпійського резерву на розширення дорівня. Можемо зараз проголосувати? Ні, ну ми поки не готові, тому що... Хто ж сказав? Вчора на фракції, кстати, хто ви? Яку ви задаєте? Вот, мы будем серьезно рассматривать, У вас это направление хорошо поставлено. Вот сейчас мы поставим на баланс, примем на баланс, а потом можем разглядать и передавать. Вместе будем сотрудничать. Так, мы проголосовали. Так, про внесення змін в додаток до рішення Южинської міської ради від 28.03.2014 року про залишення гуртожитку, розташованому за адресою 65481 Одеського обласного союзу вулиця Будівельних 7 у статусі будинку. Технічна правка. А приміщення в додатку вказується, що не в кімнаті тимчасового проживання, просто приміщення. Добре, нема заперечень? Хто за? 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 Вопрос касается нашего коммунального предприятия, поэтому я хочу обратить ваше внимание. Мы это голосовали уже на предыдущей сессии. Просто это голосовали. Там было это прописано. Я что хочу сказать. Вот эти помещения, которые переводятся из общежития в коммунальное предприятие, по техпаспорту, они на сегодняшний день являются все жилыми помещениями. Так как мы получили это здание как жилой дом. Вот мы их выводим сегодня в коммунальное предприятие. Я бы просил вас, если можно будет, если то будет ваша воля, чтобы мы сегодня же, может быть, в устной форме приняли решение о том, чтобы эти же помещения, это кафе «Рубин», это техническое помещение, чтобы мы их вывели в статус из жилых в нежилые, дали разрешение. Это исполком принимает. Нет, ну, сессия должна дать добро исполкому на это проведение. Почему? Потому что я думаю, что если у нас будет в городе коммунальная точка общественного питания, это будет хорошо. И те технические помещения, которые есть. Юрист, да, то есть исполкома, уже мы приняли на баланс. Что вам мешает кафе «Рубин» и скоро за частное кафе «Рубин»? На сегодняшний день оно является жилым помещением. Его надо вывести в нежилое. Сейчас вам никто не мешает, если вам на кафе «Рубин». Да, хорошо, спасибо. Если давайте мы перейдем, а на исполкоме это на детали, мы на исполкоме. Мы замечали, что будет всеми нашими кандидатами. Сегодня сказали, что одно, завтра Петров, завтра Ленин. Хорошо. Кто за прошу голосовать? Голосовали. Кто против? Утримались. Прийняли. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування публічному акціонерному товариству Одеський припортовий завод під розміщення діючих заводських очисних споруд вулиця, ну, міста Южна, вулиця Заводська, 3, Одеська область. Знаєте, про що йде мова? Да, розбирались? Чи дати пояснення? Так, ні. Якщо знаєте, тоді голосуємо. Хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утримались. Один утримався. Про надання дозволу Одеському припортовому заводу на передачу в суборенду орендованої земельної ділянки товариству «Юг-Інвест», яка додатково відведена для будівництва житлових будинків номер 9А, 9Б, 9-10 у другому мікрорайоні міста Южно-Одеської області. Нема заперечень? Кусок дороги. Подождите, там были вчера в нашей комиссии поправки. Александр Васильевич. Это не есть. Это не есть. Это не есть. Почему? Мы передаем «Юг-Инвесту» землю. Так, для строительства жилья, то есть субаренда. Но припортовый завод. Припортовый завод арендует, передает субаренду. Мы даем разрешение. У меня вопрос, будет ли «Юг-Инвест» участвовать долевым участием в развитии инфраструктуры в области? Ну, конечно, да. По которому они всем участвуют. Конечно, куда же. Они работают в этом плане, там их нет. Пусть попробуют. Так, кто за, прошу голосовать? 26 за. Кто против? Утрималось. Прийнято. Про надання дозволу відкритому акціонерному товариству енергопостачальна компанія «Одеса»
обленерго на оформлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок довгострокового оренду терміном на 49 років загальної площаді 0,7056 для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та рух об'єктів передачі електричної та теплової енергії для розміщення будівництва та обслуговування будівель і споруд, об'єктів передачі електричної та теплової енергії із земель територіальної громади міста Южного. Уважаємося, об'єктів будівельної енергії. Якщо нема, то давайте голосувати. Хто за? 25 за. Хто проти? Утрималися. Прийняли. Про внесення змін до договору оренди на земельну ділянку від 05.02.2002 року під розміщення існуючого магазину за адресою Одеська область, місто Южне, проспект Георгіївського десанта 19. Хто за? Прошу. 26 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін в договір оренди земельної ділянки, наданої для будівництва та обслуговування магазину за адресою Одеська область, місто Южне, вулиця Центральна, 24-26, Волкову Олексію Володимировичу від 15.01.2008 року і так далі. Ну, нема зауважень. Нема заперечень? Ні. Хто за, прошу голосувати. Точно. Хто проти? Утримались. Про внесення змін у договір оренди земельної ділянки, наданої від під розміщення торговельного комплексу з продажу та обслуговування автомобілів, запасних частин та аксесуарів до них за адресою Одеська область, місто Южне, комунальна складська зона по Коломійченко Андрію Леонідовичу від 20.07.2007 року. Нема питань? Там нормативна, здійна нормативна грошової ціни. З врахуванням нормативного суму з поправками. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утримався. Прийняв. Я просто коли зараз, коли йде тема про оренду землі, то далі зараз в області, в інших містах гідають, зараз є масове відтворення. Відкапується буде землі. До внесення змін до договору оренди землі від 11.08.2003 року, яка знаходиться в оренді товариства з обмеженою відповідальністю Одеса Мотор Сервіс. Нема так? Хто за, прошу голосувати. 25 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення Юзівської міської ради від 24.10.2013 року про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді приватного підприємства КНМ на території міста Южне Одеської області. Є питання? Відпрацьовано. Хто за, прошу голосувати? 24 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення Южнівської міської ради від 28.03.2013 року про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу і знаходиться в оренді фізичної особи Брек Тетяни Гаврилини на території Южнівської міської ради. Є питання? Справка 70, все нормально. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. 23 питання. Всі взяли питання. Нам просто її не дочитати, там одні номера з значних цифр. Про продовження терміну дій договору оренди на земельні ділянки, наданих ПП «Гармонія» під розміщення спеціальних стаціонарних середньогабаритних рекламних конструкції від 05.06.2009 року. У другому пункті розміни оренди 12%. Правка 12. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Утримався. Про укладання додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок від 12.
то укладення додаткових угод для договорів оренди земельних ділянок від 12.10.2007 року щодо зміни орендарів. Чи там изменения прорабатывали комиссии, земельные потом общались? Значит, получается, что касается первого пункта, там, где Югинвест и Шталь, и договор, который на 32 заканчивается. По нему вопросов нет, там понятно, как бы застройщик. По двум остальным договорам, там, где ЖСК Морской, это второй, третий пункт, просто их перенести на следующую сессию, для того, чтобы они уже проектную документацию предоставили жилых домов, которые не будут во втором микрорайоне застраиваться. И протокольное поручение было от комиссии, было по законности. И, значит, о том, чтобы провести с ними переговоры на предмет возможности заключения договоров, в котором бы они могли выполнить своим долевым участием работы, как бы сказать, вместо перечисления на финансовых средств на наши комплекты. Но это как бы процесс, он параллельно может идти, поскольку эти объекты еще даже не начали строиться. Сергей, я думаю, что комиссия земельная и комиссия по законности интересуют эти питания на следующую сессию вынесут. Дима Захарович, сейчас принимаю вас за... Только Югинвест? Да, Югинвест, да. А эти два еще для того, чтобы проектную документацию предоставили. 25 за. Кто против? Утрималось. Принято. Про внесення змін до рішення Юзівської міської ради від 24.01.2014 року про затвердження напрямку видатків коштів Юзівського міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища 2014 рік. У нас зміни управління Чотирнадцятиміста, як виконавиця програмних заходів, заміняється управління культури та містобудування. Це зміна технічна. Хто запрошував голосувати? 24 за. Добре. Утрималися. Про внесення змін та доповнень до загальноміської програми «Доступне житло» на 2010-2017 роки, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 11.05.2010 року. Технічні правки тут. Хто за, прошу? 26 за. Хто проти? Утрималися. Прийнято. Про затвердження положення про службу містобудівного кадастру, управління архітектури та містобудування Юрійської міської ради в новій редакції. Не було зауважень. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження положення про управління архітектури та містобудування Юрійської міської ради в новій редакції. Є питання? Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про продовження терміну дії договору особисто строкового сервітуту під розміщення тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності фізичної особи підприємця вітроумової від 11.05.2011 року за адресою міста Южне, Одеська область, проспект Леніна. Нема на це уваги? Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримались? Прийнято. Про продовження терміну дії договору особисто строкового сервітуту під розміщення тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності фізичній особі підприємцю Коробченко від 13.06.2011 року за адресою міста Южна Одеська область біля житлового будинку вулиця Приморська 19. Хто за, прошу голосувати? 25 за. Хто проти? Утримались. Про скасування рішення Южницької міської ради від 20.02.2014 року про затвердження комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних містових споруд в межах третього мікрорайону у місті Южної Одеської області. Це протест розбігу. Так, це протест прокурору, але є інші думки по депутатським комісіям. Представників прокуратури немає. Ну, треба згідно законодавства поставити це питання на голосування, але як депутати визначаться. Тому що ця схема була прийнята на минулої сесії. Питання ставиться про скасування рішення Южницької міської ради. Так? Це на протест прокурора. На протест прокурора. Так, будь ласка, ставимо на голосування. Хто за рішення, за це рішення, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, так? Рішення не прийнято. Так, про затвердження схеми. Проти. Хто проти? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
утримались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Рішення не прийнято. Все, 32 питання. Про затвердження схем благоустрою та архетипів до комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд в межах 3-го мікрорайону міста Южного Одеської області, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 20.02.2014. Можна приймати за виключенням, згідно зауважень земельної комісії, за виключенням архетипів 19 та 20. Вони ще потребують доопрацювання. Пізніше винести. Шановні депутати, скажіть, будь ласка, це вже кінець? Розміщення цих тимчасових споруд. Це не розміщення. Це ще не схем благоустрою. Чого? Я б сказав, благоустройство. Це вже без розміщення. Це тільки благоустройство, це самі архетипи. Поэтому благоустройство утверждается, архетип из пяти представленных три утверждается. Ми коли з вами говорили, давайте один раз і назад затвердимо однією сесією розміщення цих малих архітектурних форм. І забудемо про це. Кожна сесія. Я не пам'ятаю ні однієї сесії, щоб ви не вкладали розміщення. Ми живемо архетипом, не можемо добитися. Я до сих пор не вмію. Я не говорю про архетип. Я не говорю, яка форма. Це можна відпрацьовувати під дизайн міста та говорити. Але самі місця, де розміщували всі форми. Ні, міста ми не розміщували. Я говорю, закінчили з місця? Так, все. Мы на предыдущей сессии дали поручение показать нам хотя бы три вида этих форм. До сегодняшнего дня мы предложим. Они не представлены. Вы хотя бы показали, что мы, допустим, просто они представлены. Сказали, это будет такой формой, это будет такой формой. Вот они, на комиссии. Выберите только их. Вот 19 и 20 не утвердила комиссия, поскольку вы считаете... Вы, если не будет, то комиссия на них уходит. Да, голосуем. Кто завтра же у нас? За выключением 19-20. Поправка. Кто против? Утримались. Прийняли. Про затвердження відкоригованої комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних тимчасових споруд у межах 4-го мікрорайону міста Южно-Одеської області. Останній мікрорайон, все. Відпрацьовано, зауважень немає. Можна голосувати. І що, ставимо табу на розміщення? Так. Табу, ніяк там табу. А якщо неправильно буде? Ні, добре, тільки що добре не буде. Ну, ми поставимо правильно. Займеш там. Як же інвестиції? За тільки існуючі, які будуть у нас обов'язково. Інвестиції треба будувати супермаркети, заводи і так далі. Так, тому що про що йде мова? Що про ці споруди вже всі відходять. Стараються між цих маленьких споруд. Це коли, мені правильно тільки пояснювали, куди я це сприйняв як нормально, коли будувалося місто, коли тільки починали, не хватало магазини, не хватало будували ці маленькі магазинчики, тому що людям було десь треба купляти продукти і так далі. Це все примет. Сьогодні вже помінявся час. Так. З очевидним Києвом, за форму. Так, хто завтра що пішло? Хто просить? Хто утримався? Прийняв. Про затвердження відкоригованої комплексної схеми розміщення... Ні, для чого ти сняти? Дякую. 35 питання. Про надання дозволу управлінню архітектури та містобудування Южинської міської ради на внесення змін до генерального плану міста Южного Одеського. Відпрацьовано, зауважень немає. Треба ставити на голосування. За. 24 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про затвердження детального плану території частини мікрорайону 1-5 в районі релігійної громади церкви євангелійських християн-баптистів на предмет розміщення будівель храму та центру Римо-католичної церкви в місті Южному Одеської області. Нема питань? Відпрацьована там правка, що виходить позиція 8 замість культової споруди дитячий майданчик. Щоб там хтось ще не дав. Хто запрошував? З поправкою, з правками, з правками. З правкою, з опозиції 8. 24 за. Хто проти? Утримались. Проти. Один проти. Я вважаю, що
якщо будуються храми в селі, то це добре. Храми. Не, я не хочу зараз якісь там розмежування робити, але якщо такі храми, як у нас будуються і українська, і руська православна, і українська православна, красивий храм будується греко-католики. Якщо буде такий же храм будувати римо-католики. Якщо є одна людина чи дві людини, вони право, не мають таке право, як і всі інші. Тільки хтось може здоровий будувати, хтось може. Я вважаю, що це буде прекрасне місто і буде повна демократія в нашому місті. Ну тільки територія цих храмів Володимир Миколаївич скоро буде більша. Ні, не два територія міста. Це хороший пример на Западному Камбурі. Це на території одного храму проводять молитву. Служби всі, да. Всі концесії. Це не хороше, так. Так, що ми за вопрос дискусіонний? Так, 37-ме це закінчили? Можна 37-ме питання. Про надання дозволу на внесення змін до детального плану території мікрорайону 1-6 міста Южно-Одеської області. Нема питань? Ні. Хто завтра що працював? 25. Хто проти? Хто утримався? Про внесення змін та доповнень до програми створення та розвитку містобудівного кадастру міста Южного на 2012-2016 роки. Утвердженою рішенням Юзінської міської ради від 14.12.2012 року. Зауваження? Хто за? Прошу голосувати. 26 за. Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Про погодження заяви про наміри будівництва станції на ливу світлих нафтопродуктів в автоцистерні на території промислової промплощадки «Трансбункер Юг» з порту Южної Гристовості. Відпрацьовано за уважаю. Я прошу прощения. Мы вчера на комиссии этот вопрос обсуждали. Но не такой, я не знаю, может пояснить куда. Бункер Юг – это частная компания. Мы даем им разрешение на будильство станции. Если мы не дадим разрешение, они не будут строить? Мы вчера говорили, Юрий Васильевич, как это поясняли? Ну, по закону вы должны, оставляешь. Мы уже построили. Теперь почему? И опять возникает вопрос в том, каким образом они будут в город какие-то инвестиции, они будут вкладывать или болевой участие и так далее. Потому что это очень богатая компания, поверьте. И мы вот так вот даем, а... Владимир, даем доручение. Даем доручение юристу и нашему управлению капитального бюджетного улица и управления архитектуры. Про зараз відпрацювати це питання, якщо як це юридично, якщо вони будують і є капітал вкладення, значить вони повинні зробити там 3%, 10%. Транспортна структура на законному субординації. Бо якщо він добровольно хотять, то... Ну давайте вийдемо добровольно. Поділиться заправляться по пред'явленню паспорту. Ні, добровольно ніби не утвердив. Для Южного дешевый бензин, для коммунальных заходов. Давайте, звоните. Бензина там нет. Давайте. Пропозиция? Иди куда? Иди куда? Давай. В городе Ильичев. Транс, бункер, такой же. Участок, как и все остальные предприятия. Никакой транспорт не относится и носит бюджет города в Ильичев. Вот еще при четверть до года. Более того, я очень прошу вас не принимать пока это решение, пока вы, уважаемые депутаты, не увидите заключение и решение экологической экспертизы на размещение этого комплекса. Наш недвижимость, что Григорьевский промысел перегружен в экологическом смысле. Давайте встретиться еще до нового. Я считаю преступление по отношению к нашему населению, которое там совершает все. И последнее. И последнее, знал бы, не давал бы. Надо было проголосовать, потом дать. Естественно. И последнее. Вы идете путем, люди сами построили, мы сзади число с музыкальным. Я считаю, что это хотя бы не лично по отношению к вам. Выберите любую из трех предложений и не голосуйте. Спасибо. Не построили? Речь идет о рассмотрении заявления. Построено или нет, я не могу. Уважаемые друзья, давайте так, то, что было предложение, я согласен, давайте мы напишем письмо, обратимся к ним, чтобы они внесли какие-то там
инвестиций в город, не инвестиции, а отчисления на инфраструктуру, не будет по закону, как мы не имеем, будем просить, чем дали. Но люди строят, люди развиваются, и нас так можно любое предприятие, ну, может, я не знаю, сказать, что там нагрузка, а что это нагрузка других предприятий, которые там есть, и расширяются, и строятся, и Причалы строятся, и Коминтерновский район там строят в этом районе, территорию все больше и больше и больше и больше. Я думаю, что давайте, раз наши территории строят, мы строим. Это рабочие места. Они же не дают ничего. Так надо, будем добиваться, чтобы они давали. Так вот, поднимитесь, а потом давайте. Давайте, есть предложение перенести это на взнос. Владимир Владимирович, архитектор, скажите, пожалуйста, если проект утверждается на месте экологической экспертизы, что говорите, Так покажите, есть проект. Так всегда есть экологическая экспертиза. Они сейчас только заяву про номер, если нельзя будет делать с точки зрения экологии, соответственно, проекта не будет. С чего вы Я считаю, любое предприятие, которое приходит, мы сейчас не раньше с Коминтерном, они на свою территорию, мы на свою. Идет борьба, кому больше, кто где что построит. Люди строят, расширяются. Экология есть, инспекция экологическая, которая даст заключение. Она пропустит проект или не пропустит проект. А то, что нужно сегодня требовать от них, чтобы они платили на инфраструктуру, я с этим абсолютно согласен. И я вам отвечаю, что вот вместе с юристами отработаем документ и отправим к этому предприятию. И если хотите, я вас проинформирую на следующий раз. Не запорячивайте? Нет. Кто запрошу? Ну просто до утрена. Окей, у нас не по-русски. База нет. Скажите, мы уже проголосовали. Кто против? Раз, два, три. Кто утренился? Раз, два, четыре, пять. Решение принято. А теперь решение принято. Дайте, будь ласка, людям пояснение. Скажите, как специалист. Мы же тут не специалисты. Вот на сегодняшний день просто, уважаемые депутаты, тут, если внимательно почитать, на сегодняшний день бункеровочная база товариства «Трансбункер Юг», она есть. Она физически существует на этом месте. Предприятие работающее. На сегодняшний день, вот, судя по тому, что они сейчас пытаются, изменился рынок. Все понимают, что такое рынок. Была у них загрузка, перегрузка с пароходов железнодорожной цистерны. На сегодня появился рынок перегрузки на автоцистерны. И все. Ничего не поменялось. Экологическая нагрузка абсолютно та же самая. Цистерна просто не железнодорожная, а автомобильная. Вот эта станция наливных нефтепроводов. Сам вырубаешься, понимаешь, что нагрузка цистерна. Я улыбаюсь, что я знаю, что это такое. Василий Васильевич, слышь, мы... Предприятие действует, что не есть экологический сертификат. Про затвердження програми розвитку інфраструктури міста Южного на 2014-2016 років нових дат. Не було за увагу, ні. То запрошую вас. Хто проти? Утрималися. Прийнято. Про затвердження передавального акту балансових рахунків матеріальних цінностей та активів управління капітального будівництва Южинської міської ради. Нема питань? Ні. Хто завтра голосував? Хто проти? Хто утримався? Прийнято. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради 19.13.2013 року про затвердження структури та штатного розпису Юрійського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Нема питання? Я вибачаю. Будь ласка. Тут є питання дуже серйозне, я не розумію, чого цього приводу не стосується. А, немає, ви сім'ї говорите. Там є дуже серйозне питання. Ми людей незаконно лишаємо роботи. 4 чоловіка. У нас не визначено, як 3 місяці. Це по профкому, а по профкому 2 місяці. Як буде оплачувати заробітна плата цим 3-4 чоловікам? На самом деле, це 5 чоловік соціальних працівників. 5 чоловік. Дійсно, согласно закону о государственном бюджете, їм була совсем урядована заробітна плата, яка йде по... Ну, частично. Вместо 190 тисяч оставили 60 тисяч, яка фактично вже була потрачена. То есть, но на самом деле мы, местный бюджет дает возможность с
полностью расчеты все предоставлены. Люди с сегодняшнего дня 2 месяца предупреждения об увольнении, то есть законодательная часть вся будет выдержана, и финансовая в том числе. Все расчеты, в том числе выходное пособие и неиспользованные отпуска прошли. За рахунок какого бюджета будет компенсация? Місцевого бюджета. Это происходит, потому что это кабминовский постановок. Да, да, да. Это не городская власть приняла такое решение. То есть у них компенсация кабинета министра. Да. Может, финансовый капитал. Да. Понятно, что вопрос был совсем не легкий, но даже дело не финансовой, а морали. Потому что этих людей, да, и действительно они получали деньги в прошлом году за счет субвенции с государственного бюджета. В этом году они были учтены в формуле итоги. Но по мартовским изменениям, которые я буду докладывать, нам аккредитирована доходная расходная часть, нам уменьшена расходная часть. И по формуле методики там эти просто были убраны эти деньги на содержание этих сотрудников. Понимаешь, что это наши люди, которых мы принимали на работу. Естественно, за счет местного бюджета мы оставили деньги на то, чтобы мы их уволили по-человечески. А это не нарушение? Нет, нарушение будет наоборот. Сейчас... Я вижу, что у них финансировало государство, а мы сейчас... И так нарушение. Какая бюджетная установа у нас содержится в этой формуле методики? Будем уточнять. То есть мы сейчас оставили деньги, но, видимо, действительно погорячились слегка, потому что людей принимали на работу, как говорили, трудный человек. Мы сейчас ведем работу с головным финансовым управлением, с министерством финансов, о том, что эти компенсации все-таки происходили, может быть, за счет государства. Пока мы деньги оставили, мы уменьшаем на меньшую сумму, чем нам нужно. Уменьшим на медицину, но не уменьшим. Да. Принимаем, да? Это не наш приклад, это постановка. Кто за прошелся? Корень профинансирован. 23 за. Кто против? Утримався. Прийнято. Слідуюче питання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Южинської міської ради з 6-го скликання. Нема питання? Нема питання. До завтра суду. Проти. Утримались. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 20.01.2014 про міський бюджет міста Южного 2014 рік. Оце основне питання нашої сесії. Я розпочала таку задачу, бо я розумію, що до цього вважаю державний бюджет для місця Різлі, і тут бюджет виборажений, і місця Южного. При цьому увазі місцевого бюджету було четверто. Слухайте уважно, це нам рік жити тепер по цьому бюджету, зміни не можуть. Наступні зміни ми будемо носити через протягом наступного місяця. Перший кошик доходи, щоб враховувати визначення бюджетних трансфертів, було затверджено до розміру 113 мільйонів. Вилучення, тобто кошти, які передаються з місцевого до державного бюджету, було затверджено в розмірі майже 54 мільйони гривень, або майже 48%. І видаткова частина умовлення була затверджена в розмірі 79 мільйонів гривень. Після внесених змін до доходи, що враховуються при визначенні бюджетного трансферту по місту Южному, будуть складати 105 мільйонів гривень. Тобто нам доходну частину зменшили більш ніж на 7 мільйонів гривень. Вилучити це позитивний момент, нам зменшить, нам буде становити майже 49 мільйонів або 46%, тобто зменшене на 5 мільйонів гривень. І негативний момент. Наші видатки по загальному фонду будуть зменшені більш ніж на 2 мільйони гривень, 2 мільйони 10 тисяч гривень. Яких видатків стосується ці зменшення? Саме неприємний момент – це те, що заробітна плата бюджетом установок по всій Україні не буде підвищуватися. І вона буде становити протягом року на рівні 1613 гривень. Тобто кошти, які у нас були заплановані на забезпечення підвищення, вирішення не буде на 2 мільйони 300 тисяч гривень, зменшується видатки. Тому, на жаль, тут ці моменти негативні, тому не буду акцентувати. Видатки на модернізацію дитячих майданчиків. Я їх доповідала при формуванні бюджету, нам вперше було воно враховано в формулі методику. Ми планували в двох дитячих садках провести ремонти. На жаль, з формули кошти виключені, нам на цю суму видатки зменшені. Ми будемо отримувати, починаючи з 1 травня, субвенцію на швидку медичну допомогу, зменшуємо 300 тисяч гривень. І були у нас заповнені кошти, державний фонд регіонального розвитку, кошти, які ми мали отримати як субвенцію.
ці кошти планувалися спрямувати на проведення робіт по благоустройству парковою зону і роботи з проведення капітального ремонту стадіону в першій школі. На жаль, кошти зменшені. Додатково, на жаль, ми змушені скорочувати 5 штатних працівників фахівців соціальної роботи, кошти будуть зменшені. Додатково ми отримуємо в цей момент кошти з обласного бюджету, це на реконструкцію теплоомережі в розмірі 2 мільйонів гривень і роботи на проведення благоустрою 1 мільйон гривень. Це за рахунок з обласного бюджету. І субвенція з державного бюджету в розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень на проведення поточних капітальних ремонтів. Також підвищилась у нас тарифа з 1 квітня бюджетні установки та теплопостачання суму значно більше, тобто 600 тисяч гривень буде передбачено на підвищення тарифів за послуги теплопостачання. Питання. Хіба що які допомоги не зменшено, а вилучено? Скорочено, питання. Причому вилучено бандитським шляхом? Такі слова не потрапляють. Не потрапляють, Володимир Николаевич, я знаю, що на цим стоїть, і ким це закінчиться. Уважаемые друзья, давайте, ну мы тут ничего не внесем, корректив не внесем, я даю некоторые объяснения. Дело в том, что бюджет – это самый больной вопрос и в городе, и в области, и в стране сегодня. Нет важнее вопроса, даже те политические события, что и происходит, это очень страшно, плохо и так дальше. Но то, что стоит бюджетная сфера всей страны, это очень плохо. Я вот и на исполкоме мы слушали. Мы на исполкоме слушали этот вопрос, и на аппаратных слушали, я на совещаниях там рассматриваю, если мы один каждый день на эту тему говорим. Я вам хочу сказать, бумаги мы пишем, передаем, изменения в бюджет вносим, что-то меняем, но это все виртуально. Никаких денег никуда не идет. И тут только бумаги, счета, отчеты, и измены в бюджете там, и так дальше. Это самое страшное. Сегодня проплачивается только защищенные статьи, заработная плата, пенсии, субсидии. И все. Ну, коммунальные это защищенные статьи. Это практически с июня прошлого года. Я вам хочу сказать, уважаемые друзья, таких денег на счету, как у нас сейчас, никогда в жизни не было. У нас сегодня на счету почти годовой бюджет. И мы ничего не можем делать. Представляете? Ни дороги ремонтировать, ни дороги строить, ни... В долг уже не хотят, потому что мы всем задолжали. Мы там уже сколько там, 12-13 миллионов должны, 14 миллионов должны. Люди говорят, ну хоть что-то заплатите нам, хоть что-то заплатите, и мы будем дальше работать. Все практически заморожено, все такие основные объекты. При больших деньгах. И опять-таки говорю, что это виртуальные деньги, они наши. Но пользоваться мы ими не можем. Ими пользуются сегодня государство. Поэтому я думаю, что я вам скажу, там где-то критиковали меня средства массовой, правильно, наверное. Где-то критиковали, что мы там неправильно работаем с деньгами, все вокруг работали, и мы не работаем. Ну, понимаете, что можно слушать, можно не слушать, можно подтверждать, можно не подтверждать. Все, кто где-то сегодня работает, поверьте, не все работают долго. Деньги выбивают, копеечки, маленькие какие-то там незначительные. Мне было несколько переговоров с министром финансов. Мы ведем переговоры, он там где-то обещает, вот в пятницу Владимиру отправляюсь с письмами, что может там где-то в кабине, то, что после нашего моей беседы там в правительстве, что где-то кто-то может что-то дать. Но если и дадут, поверьте, это будет капля в море. Потому что нет реальной возможности. Нет реальной возможности. Поэтому я говорил, когда провожу наши расширенные операции, встречаясь с нашими коммунальными директорами, со всеми службами, я говорил, давайте переживем этот год. Год будет очень тяжелый. Прожили квартал, еще 3 квартала, а будем надеяться, что с 2015 года будет легче, и мы будем те тратить деньги, которые у нас есть. Самое важное, чтобы у нас эти деньги не списали, чтобы нас эти деньги не забрало сюда. Вот тогда будет плачевно. И так с 91-го года. Шеца и год, и все. Да.
нарушать закон, то можно нарушение. Так мы ищем возможности такие тоже. Так, кто за данный пропишем, прошу голосовать. Кто против? Утримался. Принято. Так, у нас додаткове питання. Про надання дозволу на оформлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приблизною площею 0,2195 довгострокового оренду терміну 49 років для будівництва, обслуговування та експлуатації галереї перевантажувального комплексу наливних, харчових та зернових вантажів за адресою Одеської області, місто Южне, Одеської області, місто Южне. Є питання? Є пропозиція менше років. Віктор Іванович, що робить? Вложення таке, знаю, ми право предложити цій компанії рассмотреть, когда они будут отводить, ну сейчас мы под эстакаду даем, что все-таки там транспортный узел очень насыщен автомобилями, сделать где-то все-таки стоянку для автомобилей, потому что там и Чельтодильмар, и Гарибаш, и это самое. Давайте снова-таки, давайте наручники нашей протокольной наручной сессии, даем нашим службам, мы пусть с Коминтерном договариваться, если там... Да. А была у меня делегация Коминтерна? Нет, ну просто там, скоро мы не проедем там, наверное, на завод. Нема заперечень. А як інші комісії? Дуже засвітить. Давайте ми проголосуємо, потім вам дадуть слово. Нема заперечень? Хто за що голосував? Остальні сроки ми зробили звичайно, тільки ваших нічого. Так сам, щоб 5. Хто проти? Утримались? Прийняли. Тепер із них, власне. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради від 28.03.2014 року. Про заходи щодо збалансування міського бюджету міста у 2014 році в процесі його виконання. П'ять балансів. Я просто то, що ваша пропозиція спрацює. Я не вірю, що у вас буде. Я вірю, що у вас буде якісь капітальні видатки в цьому році, але раз по раз по-різному трактуємо ці речі. Тому безпеці від вдруг не буде. Хто за, прошу голосувати? 25 за. Хто проти? Утрималися. Так, на цьому наші питання закінчені. Є депутатський запис, пишеться на 2830. Нема? Я хочу всім подякувати. Давайте так. Я хочу всіх поблагодарити за предметну роботу депутатських комісій. Дійсно, дуже багато засідань, багато роботи, спорів, дискусій, а потім виходимо з нормальними, хорошими рішеннями на пленарне засідання сесії. И еще такое, не давайте это закроем сессию. Так, кто на тему соседнего? Ой, этот вопрос как-то тоже письменно дорогой. Вот. Вопрос дороги, что для меня очень важно, безопасная доставка людей на работу, какого-то особенно на шнелле. Слухи разные о том, что нет денег, и это будет передано, собирайте сами. Вообще, перспектива не надо для дороги. Надо знать, или организации поднимать тогда, или нам что-то делать в этом вопросе, или подсказать чего. Пожалуйста, если можно. Да, мы начали ремонт, видите, свой стороны. Да, Сергей. Я еще в феврале месяце пытался заниматься этим вопросом, был в Тоторе встречался, потому что там наметили какие-то там намерения, нужно было приехать сюда к комиссии, даже начальник около Тодора был согласен приехать на нашу территорию. Ну, как раз было после перед этим объединением, потом прошли эти все объединения, потом пятница. В принципе, там была ситуация, что эта дорога жила, ее надо перевести в первую категорию. Жалоба какая-то даже сельской категории какой-то. Поэтому я думаю, что надо выезжать туда, может быть, давайте вместе с вами выедем. Давайте делегацию. Пригласим ее, давайте я постараюсь, если он остался еще этот начальник, пригласить ее сюда, давайте встретимся, посуждаемся. Была бы пригласить, будет ехать по этой дороге. Ну да, понятно. Ну ничего не понимаю. Я еще раз не поставлю. Крафтодор Марин, Крафтодор Марин, он же в нашей улице знает эту дорогу. Обращение не запад, это больше касается информации, потому у нас город Южный делится на людей, которые кто-то пользуется услугами интернета, кто-то смотрит телевизор.
последнее время в городе Южном участились факты мошенничества по телефону. Просто я как бы информация, чтобы люди на это не обращали внимания, в чем заключаются звонки, происходят в ночное время суток, и где звонят мошенники и говорят, что кто-то из родственников попал там или в ДТП, или еще что-то. Да. Нужно сегодня срочно ночью решить этот вопрос, что нужно привести деньги в какое-то определенное место. Вот. Это все мошенничество, чтобы люди на это не реагировали, чтобы звонили в 102, и, естественно, работники милиции будут заниматься этим вопросом. Я тоже люди встречали по городу. Да, да, на цьому засіданні, на цьому черговій сесії, пропоную закрити. Ми задали пропозицію нашого голосування. А тепер така, ну просто за круглим столом. Я еще благодарен всем за то, что у нас спокойно проходит сессия. Это редкость. Это редкость сегодня в Украине, где спокойно проходит сессия. Вы же знаете, что каждая сессия, как правило, во дворах, там, в площадях сопровождается левыми секторами, правыми секторами, там, зелеными человечками, еще какими-то, я не знаю. Поэтому меня и по городу я постоянно хожу, встречаюсь с людьми, меня задают вопросы, а что вы будете делать на такой ситуации, на такой ситуации. Я всем говорю, что сегодня город Южный, это город Южный, спокойный город, где с политикой, я думаю, что люди не горят желанием заниматься, потому что каждый имеет свое рабочее место. Каждый имеет, это город рабочий, в первую очередь. И наша задача, чтобы работали заводы, чтобы работали порты, чтобы работали малый бизнес, предприниматели. Я думаю, что тогда будет, все будут жить нормально и хорошо. Мы сегодня говорим о бюджете, городском бюджете. Это важно, действительно важно. Но не менее важно бюджет каждой семьи. Если люди будут работать, и в каждой семье будет достаток, и будет заработная плата. И то, что иногда мы тут спорим, где там, в Комитетовском районе строится завод, или в Южном, или еще где-то. Да, хотелось бы, чтобы в Южном. Да, хотелось бы, чтобы отчисления бюджета были города Южного. Но при том, что у нас половину, 48% у нас забирает государство. Но если в округе города Южного строится завод, даже на Комитетовской территории, это там тоже будут работать наши люди, жители города Южного. И каким образом будет подниматься благосостояние нашего города. Поэтому я всех вас призываю, я вас всех призываю к спокойствию. К тому, чтобы мы не нагнетали автономию. Чтобы мы занимались как можно меньше политикой. Давайте заниматься производством. Наша задача города, это обеспечить жизнедеятельность города. Чтобы работали, ходили автобусы, были дороги, было тепло, светло. Чтобы вода была, коммунальные услуги все были, социальная инфраструктура работала, вот то есть садики, школы и так дальше. Вот это для нас должно быть основа. Политика есть, я всегда говорил, всегда с первого дня. Политик – это депутат Верховного Совета. Это уровень большой политики. А наша задача – обеспечивать вот это в нашем городе. Я понимаю, что это сложно, что город нас не может быть изолирован от государственных проблем, от государства. Но мы должны стараться делать все возможное, чтобы наш город жил, работал, и люди жили в достатке и при хорошей инфраструктуре. Поговорите со мной. Поэтому всем спасибо. Я бы хотела пообщаться с Дмитрием Александровичем Васильевым. Она вчера вступила на пост директора Южного Кабинета. Если она согласится, то мы запишем с ней. Мобильный, да?
Оксана Васильевна, здравствуйте. Мы в прямом эфире работаем. Если можно с вами интервью записать? По поводу, вот я знаю, что вы вчера наступили на новую должность, как бы директора Южинской больницы. Успели ли познакомиться с коллективом? Как у вас прошло все? Представление ваше. В принципе, приступила, познакомилась со всеми сотрудниками, познакомилась с обстановкой, а больше ничего не могу сказать, надо детально садиться, работать, уже решаю производственные вопросы, поэтому очень много есть вопросов. Сложно для вас вообще в техническом плане с предприятием? Нет, не сложно. Для технических вопросов у меня есть механики, у меня есть энергетик, поэтому это не сложно. А организовывать работу у меня есть. Вот я знаю просто такой момент, что это есть неприятная такая ситуация по поводу паса. Вот с, в чем? Я не слышала неприятных ситуаций. Ну что, вот вы как бы были против того, чтобы Полиниция помогла военным. Это просто так или не так? О чем вы говорите? Я пришла на работу, первый день приступила работу 23 апреля. Какие могут быть против или решение принимал предыдущее руководство? Поэтому за и против, и как они работают, я не буду обсуждать. Я хочу вам сказать, что предприятие в очень тяжелом финансовом положении. И оказывать благотворительность, когда сами они не получили зарплату, это подвиг. Поэтому я преклоняюсь перед этими людьми, которые оказали благотворительность, сами не получил зарплату. Они до сегодняшнего дня не получили еще зарплату. Ну, деньги же были внесены за это. Просто наша организация, которая представляет наш сайт, она направляла новое письмо, но мы знали о том, что люди в Полинезии хотят помочь тоже военным в сложной ситуации, поздравить их с Пасхой. Вот мы направляли письмо, просьба оказать помощь. И вот и люди оказались. Эти деньги были внесены, насколько я знаю сейчас. Я не в курсе, так. Еще не видела. Я не видела, чтобы... Ну, я поняла, вообще, я поняла вашу позицию. Я вообще считаю, mm-hmm. что это политическое... Вы понимаете, только пришла и сразу же на меня... Нет, я просто знаю, что вот как бы ваш приход совпал с таким вот моментом, да, каким-то. Ну. Это все слухи, это все неправда. Еще раз говорю, это просто даже не хочу обговаривать. Я понимаю. Я понимаю вашу принципиальную позицию, что сложное предприятие, как бы в сложной финансовой ситуации, не может оказывать благотворительную помощь. Да, вы так считаете? Просто есть такие моменты, если это будет так в дальнейшем, вот у нас часто Полиниция также оказывает такие услуги благотворительного характера нашим даже исполкому. Ну, то есть, если вот эти моменты тоже будут учтены в том плане, что... Дайте выйти на прибыль, чтобы мы могли оказывать всем благотворительную помощь, всем, кто будет обращаться. Если обращается с такой просьбой, значит, это люди, которые неимущие. Поэтому, и если предприятие может оказать, я всегда только за. Ну, то есть исполком будет рассчитываться за свой заказ? Я вообще не знаю вообще этого. Я не, конечно, все будут рассчитываться. И поэтому, а если будет предприятие оказать финансовую или вот такую поддержку, нет вопросов, поэтому не провоцируйте меня на это. Вы знаете, я сама лично помогаю армии, отправила уже не одну смс-ку на 565, поэтому, вы знаете, спасибо, это большое. Однозначно, я считаю, что если есть возможность, и я бы сама купила там 10 пасочек и отдала эти паски, если на это, в этом вопрос, поэтому...
никто этот вопрос не разбирал, поэтому это все слухи, и это все какое-то недоразумение. Ну, мы желаем все равно, как бы там ни было, чтобы у вас все получилось, и вы нашли общий язык с коллективом, и чтобы получилось вывести предприятие на новый уровень. Мне вчера мэр говорил о том, что, в принципе, он готов и закрыть это предприятие, если бы не люди, да, которые там работают. Чтобы не было такой ситуации, чтобы город Южный хотел закрыть это предприятие, или как-то его передать. Мы надеемся, что у вас получится. Спасибо за пожелание. Я пришла тоже с той целью, чтобы это предприятие работало, и именно в статусе коммунального предприятия, и чтобы работало качественно, по новой. Но я считаю, что Южнинская поляница должна выйти на новый уровень. Угу. На новый уровень. Там должна быть и другая зарплата, и другие условия, и другое качество, соответственно. Все. Спасибо. Вот только не вырежите и не покажите меня какой-то... Мы в прямом эфире работаем. Да? Да. Я же вам говорю, я же даже не поддержала этот вопрос. Даже статья вашего, когда вы увидели все... Вы знаете, у меня был шок. Я не могла поверить, что можно довести до такого состояния предприятия. Вы знаете, я не ходила до назначения. Я знала, что это сложное предприятие, но не думала, что настолько. Поэтому... Но у вас не было мысли отказаться? Нет, я очень сильная. Может, это, вы знаете, только, наверное, женщины могут себе позволить катить рукава и работать дальше. Но нет, вы знаете, что будет сложности, могут быть с любых сторон. Знаю. Я готова работать. В политику не буду вмешиваться. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. Сессия сейчас мы видим депутатов. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. Хотелось бы у вас спросить вас. Да, сегодня. Так вот лучше будет видно. Мы в прямом эфире работаем. Хочется вас спросить после сессии. Вот, я понимаю так, что вопрос относится к господину Шестову Андрею. Да, к депутатам. Да, и тем более члены комиссии. Поэтому мы вам оставляем его, и вы задавайте ему вопросы. Господин Шептицкий может ее поддержать. Да, я его как коллегу. Вашу позицию по МАФам хотелось бы узнать, чтобы наша, я вот не успела зафиксировать, как вы голосовали, что... Да. По поводу протеста прокурора, который был предоставлен. Вы за то, чтобы оставить решение как есть, то есть не убирать МАФы от торгового центра, или вы все-таки за то, чтобы убрать? Мы за то, что разработана схема, которая упорядочивает размещение МАФов, поэтому мы за то, чтобы эта схема оставалась действенной. Потому что люди уже начали работать в соответствии с этой схемой, получают разрешение на торговлю. На мой взгляд, что чем менять как-то, лучше оставить так, как оно есть. Тем более мы к этому решению шли не один месяц и очень много спорили, как правильно их там разместить. То есть эти МАФы, они как бы остаются в зоне торгового центра по той схеме? Они остаются согласно той схеме. Да. Как у вас, вы обсуждали это в вашей фракции? Как у вас было ли разделение голосов? Потому что мы видели сегодня, что люди голосовали по-разному. Хорошо. На фракции обсуждали. Ну, вроде мы пришли к единому мнению такому в процессе обсуждения, что все-таки стоит оставить так, как уже принято, и это и мое личное мнение, что сильно много сил было в свое время положено на то, чтобы решить, как правильно разместить и вообще размещать или нет. Андрей Викторович, политический вопрос. Больше на сегодняшний день в партии региона достаточно сложная ситуация. Вы как для себя оцениваете? Вы будете оставаться в Южнинской организации партии региона? Или будете думать о том, чтобы сменить, может быть, партийную принадлежность? На сегодня у меня
нет оснований считать, что партия региона в нашем городе делает что-то неправильно, за что можно было бы, ну, стыдиться. Ну, к местным выборам будете готовиться каким-то образом? Если есть такое предположение, что они будут раньше 2015 года? Я не знаю, когда будут новые местные выборы. Давайте мы об этом поговорим ближе к ним. А на президентских кого будете поддерживать? Я еще не определился. Хорошо, спасибо. Мы продолжаем нашу трансляцию. И сейчас... Смотрим, сможем ли записать интервью с кем-то из депутатов на улице. Видим депутата фракции партии региона. Сейчас постараемся прерывать разговоры наших депутатов. Просто не договорят. Закончилась сессия. А вас снимает 4, мы считали. 4 было, не 3. Мы работаем в прямом эфире. Я не знаю, представляете, как они целовались. Повторить кадр. Повторить кадр. Надежда Александровна, хотелось бы вас спросить по поводу ситуации с МАФами. Да? Вот вы голосовали за то, чтобы принять решение прокурора и пересмотреть схему. Да. Почему вот у вас такое решение? Мы обсуждали этот вопрос на комиссии и считаем, что подход должен быть ко всем одинаков. Если убирать, то надо убирать всех. Поэтому мы поддержали протест прокурора, но, как вы видите, результата нет. А что, ваше мнение по поводу вообще вот этих МАФов и как с этим в городе должна наладиться работа? Я абсолютно согласна с Владимиром Николаевичем, что в городе должно быть красиво. И то, что ставят, не взирая на окружающий мир, будем так говорить, на дома, которые там строятся, и оно там как сбоку припеку называется, а тем более продажа рыбы в центре, и если там на рыночке тоже, мне говорят, там рыбу продают, но там как-то она в закоулочке, и ветром оттуда такой запах не выносит. А здесь, вот, когда стоит прям буквально впереди, то я считаю, что там эта рыба не должна быть. Вы представляете еще общество защиты прав потребителей, правильно? И наверняка много жалоб к вам приходит и по этому поводу. В прошлом году и летом. Зимой как-то люди не жалуются, потому что, видно, не раздражает так людей, поскольку, ну, оно там более-менее закрытая получается ситуация. А летом, когда начинается вот эта жара, и когда вот эти запахи распространяются по городу, то неоднократно и ко мне обращались люди, и зампредседателю Михайловой обращались люди, и говорят, до каких пор вот это в центре города будет. Как вы считаете, почему возникают такие ситуации, когда у нас, ну, вроде бы до абсурда доходит, что рыбой, мясом, какими-то такими продуктами можно торговать в центре, и вот сегодня даже решается вопрос о том, прокурор даже просит о том, чтобы это как бы убрать, а он, ну, у нас этот вопрос не решается. Да. Как говорится, человеческий фактор. Если некоторые считают, что это не раздражает других, то... И голосуют так, как они считают. Ну, у нас примеров много, не только по рыбе, и по политике, и по всему, потому что люди разного мнения, и
все-таки более правильное решение – это решение большинством. И как раз вот эта вот та рыба, она мне очень не нравится, она раздражает других людей. Но некоторые, даже во время наших рейдов вот по защите прав потребителей, подходят люди и говорят: ну не трогайте, нам очень удобно, что мы идем тут мимо и покупаем. Хотя это же абсолютно неправильно. Смотрите, торговля с земли, торговля без проверки ветеринарной службы, без проверки санитарной службы. Это же все чревато до поры до времени, но может потом, так сказать, стрельнуть где-то, особенно в летний жаркий период, это чревато эпидемиями. Но народ так считает. Народ всегда должен получать то, с чего он хочет. Вот и все. Спасибо. Спасибо.